2026 год. Свадьба Леонарда Йоновича. Момент незабываемый. Это, кстати, одно из первых моего видео. Я очень благодарен Александру Павловичу. Фамилию не назову. Человек находится в другой стране. Таракан не имеет никакого отношения к тем событиям, которые сейчас происходят. Этому компакт-диску много лет. Похож 2006 год. Татьяна Габриэловна, Леонард Йонович, тот же Леонид Иванович. Сзади находится теща. Мои родители тоже присутствуют здесь. Кое-кто из них еще живой. Сейчас немножко звуковое сопровождение, чтобы веселее было, наложу. Часы сверху не имеют никакого отношения. Они показывают температуру, в какой комнате я сейчас нахожусь. 10 градусов холода. Это видео имеет порядковый номер 1L600. Ну, как мой мобильный телефон. Какой я был красивый, и какая она сейчас красивая. Это свиток. Татьяна Габриэловна, Леонард Йонович, Оранка Ивановна, теща посередине, папа Гриша за, с левой стороны за Татьяной. Тогда, когда я снимал это видео, не было таких технологий, как сейчас. Рушничок. На таракан не обращает внимания. Таракан — это в голове наших политиков. Сейчас своих родителей покажу. Кульминационный момент. Этот брак продлился всего лишь 6 лет. Кому не нравится, может не смотреть. Главное — часы, яблоко, перышки. Я же будущий писатель или текущий писатель. Момент истины. Качество видео припаршивое, ну, сами понимаете, тогда
не было такого уровня, который присутствует в 2024 году. Момент истины. Кстати, роспись я делал своей ручкой. Она у меня находилась в пиджаке. Я всегда хожу в пиджаке и в белой рубашке. Даже сегодня на работе. Татьяна Гавриловна. При ней муж Леонардо Йонович, Леонид Иванович, никогда не называл своей женой. Всегда был ее супругом. И в данный момент времени еще пока остаюсь, хоть и ВО, временно исполняющий обязанности. Обратите внимание, роспись. Ручку в карман. Всегда на выборах так делал. Никогда. Сейчас у меня выключится. Кто-то снимал, у него разрядился видео. Она сейчас выключится. Камеру мне на тот момент времени друг дал. Нам желают, это хорошо. Я вам тоже желаю. Берегите своих любимых детей. Дочке, кстати, уже 13 лет. Ксения Леонидовна. Фамилия пока еще по мне. В будущем это будет сенсационное видео, но это будет в будущем. Не знаю, сейчас будет играть, но что-то хорошее. О, это, кстати, моя разработка. Потом дам ссылку. Прекрасная музыка, бесплатная, кстати, от Google, YouTube, бесплатная. Когда я освещал видео телеосвещение, я очень часто эту мелодию использовал. Шикарная мелодия. Прекрасное исполнение. Вы со мной согласны? Долго вас томить не буду. Пора ужинать. Завтра опять на работу. А работаю я очень рано. Иногда даже иду на сутки. На таракана не обращайте внимания. Он приклеенный. Пластмассовый. Когда-то хлебом торговали, испытываю к тараканам слабость. О, какой счастливый молодой человек. Мне тогда было 0,00. Радуемся. А у вас есть видео вашей свадьбы? С удовольствием его посмотрю. Не стесняйтесь, выкладывайте, комментируем, лайкаем, подписываемся. И самое главное, вот мой отец. Спасибо, конец связи, Enter.